Здравствуйте, друзья. Мы находимся на подпольном мероприятии. Проводится это в доме у наших друзей. Тут, ну, мы посмотрим немножко на само мероприятие тоже. Но так, в принципе, вот люди пишут книжки. И, соответственно, мы тут с ними встречаемся. Вот. Вот, друзья, у нас Сергей. Это гостеприимный хозяин. Серж, что еще за мероприятие? Сегодня мы устраиваем такой персональный творческий вечер. Бенефис. Ну, бенефис, можно так сказать. Семейные пары писателей из Нью-Йорка. Так. Здорово. Расю. Так. Я уже передаю в эфир. Так, так. Заходите, заходите. Прямо трансмит. Значит, семья Владимир Соловьев и Елена Клепикова. Так. Это известные писатели, авторы книг, переведенных на 12 языков. Так они живут в Нью-Йорке? Они живут в Нью-Йорке, профессионально занимаются. Раньше они жили в Ленинграде, так, потом переехали в Москву, а потом переехали в Нью-Йорк. А где им больше нравится, мы не знаем. Где им нравится больше, Сережа? Ну, они живут в Нью-Йорке уже давно. Видимо, им там нравится. Да. Так. Вот. А сейчас они приехали к нам в гости, потому что я им пообещал сходить за грибами в декабре. А сейчас дожди. А сейчас дожди, грибов было немного. Мы сходили в субботу, там, да, у нас есть жареные грибочки. То есть были грибки. Холодильники немножко есть. Что, да. Беленькие что там? Беленьких не было, маслята. Боже. Ну, давай вернемся к писателям. Да, да, да. Значит, культуре. А так, писатели, они из круга знакомых Иосифа Бродского и Сергея Довлатова, еще многих других. И вот если ты сейчас немножко покажешь книги этих писателей. Я показал уже. А, показал, да? Да. Вот, то есть сейчас мы как раз собрались по поводу выхода новой книги, да, «Быть Сергеем Довлатовым», так, которая вышла в Москве вот буквально 2 недели назад. Ага. И в Москве ее уже не купишь. Да ты что? А у нас еще можно. А у нас почем? У нас она недорого, там, по $25. Понял. Представляешь, по новому курсу в рублях, да, сколько будет? А попутно мы решили показать фильм, который снял Владимир Соловьев о Сергее Довлатове в 2001 году. Но он где-то шел или любительский фильм? Он нигде фильм? Не шел, он профессиональный фильм, но он, да, так сказать, шел в узком кругу. Угу. Я его сделал, так сказать, отформатировал в более, так сказать, компактном качестве. Угу. И так мы его на YouTube, может, повесим? Нет, или не нельзя? Я не думаю, да. В Москве Владимир Соловьев работал литературным критиком, угу, и писал много статей. Елена были знакомы лично с Эфросом. Вот, и вообще со всем творческим активом Москвы. Так, это вот книжки об этом? Да, в хорошо основном об этом, но кроме того, вот книга про Бен Ладена. Ой. Большая, которую я бы побоялся писать, а не нет? Да. А, Володя, да. А на YouTube вы есть? Вот. На YouTube вы есть с рассказами какими-то вот о людях? Не просто с книжкой, а поговорить. На интернете вы? На YouTube. Ну, на Фейсбуке. Нет, ну, я как видео имею в виду. Постоянно, да, постоянно там печатаемся. Постоянно вот. И они печатаются в Нью-Йорке, в Русском базаре, многих у них, комсомолки. Вот. Комсомолки? Комсомольская правда там есть. Там, в Америке есть комсомольская правда? Комсомольцы есть у нас тут? Да. Все мы были когда-то. В Новом Свете. Комсомолка самая значительная. Хорошо, спасибо. А здесь как бы я стараюсь сделать... План мероприятия какой, расскажи. Вот мы посмотрели. Дальше что? Вот Владимир Соловьев. Здрасте. Весьма. Да. Значит, мы снимаем сюжетик такой, мы рассказываем о мероприятии, на YouTube будет висеть. Да. Там специальный, да, канал. Что мне делать? Говорить, а вот, писать, петь. А вы... Ну, у нас... Сережа, в чем у нас план мероприятия? Может быть, там поют и пляшут или что? По плану мероприятия сейчас мы сделаем... Владимир и Елена скажут вступительное слово, потом так мы покажем фильм. Так мы их запишем. Можно, да, со вступительным словом? Ради бога, да, конечно. Все, хорошо. Вот, и потом, значит, с некоторыми воспоминаниями о Довлатове, Бродском,
Хорошо. Они лично знакомы с Ельциным, то есть они у него в гостях были дома. Но не обижал он их там? Нормально? Ну, расскажет. Ты спроси, они расскажут. Меня это потрясло, что люди, которые Ельцина знают, даже больше, чем которые знают Давла. Книга о Ельцине вышла на 12 языках в 13 стран. Почему? Так. Потому что Великобритания. Бриты и американцы любят разную эстетику, разные дизайны, хотя говорят приблизительно на одном языке.